Приветствую вас и вот отвечая на вопрос относительно того, как вернуть доверие и любовь, я бы хотел сказать сразу так, что любовь, если она была к вам, и если она не ушла процесс вашего конфликта, то любовь осталась. Ее возвращать как таковую не нужно. Потому что она просто как бы погрузилась под настройку негатива, недоверия, страха и так далее. То есть любовь, если она к вам есть, то она есть. И ее не уберет ни этот конфликт, если она истинная, если она сильная, ни что-либо еще. То есть любовь возвращать как таковую вам не нужно. Нужно убрать препятствия, которые мешают проявлению любви, мешают проявлению чувств. И в этом смысле, можно говорить о возврате доверия. Вот именно на доверии я бы и рекомендовал бы вам сосредоточиться. Значит, то, что вы описали вообще, вот про человека, говорит о том, что у него была очень сложная жизнь. И есть масса своих проблем, масса своих комплексов, масса своих страхов и так далее. И вы, вероятно, очень хорошо знаете, ведь вы описали этого человека достаточно подробно. Вы знаете, какой человек, какой мужчина нужен этой женщине. Вы знаете, что ей нужно от мужчины. Вы знаете, кого бы она хотела видеть рядом с собой. И вот этим человеком вам нужно стать. При этом понимать, что доверие, если оно потеряно, восстанавливаться будет очень долго. И вам потребуется много терпения, упорства, настойчивости, выдержки, если вы хотите этого человека завоевать, чтобы показывать ему, что вы, в общем-то, достойны этого самого доверия, что вы являетесь, в общем-то, тем самым человеком, который нужен такой женщине. И говоря о том, кто нужен этой женщине, я бы назвал того, кто не говорил бы ей правду, кто не замечал бы ее недостатков, кто наоборот считал бы ее прекрасной, сильной, такой, какая она есть. И общался бы с ней так, как будто она самая прекрасная женщина в мире. По сути, именно так она о себе и думает. И то, что вы описали, пусть это все будет так. Но она от своего мужчины, если она ему доверяет, вот этого всего слышать не хочет. Ее мужчина ее любит, носит на руках
и считает идеальным. И только так вам возможно вернуть ее доверие. Но это не единственное условие для того, чтобы его вернуть. Мало показать, что вы именно тот самый человек, которому ей нужен. Мало показать, что вы считаете ее, сейчас считаете ее идеальной, самой красивой и так далее. Сейчас вам нужно самому для себя осознать причину конфликта, который произошел между вами. Понять, почему вы так поступили, да, вот в этой ситуации. И понять, что женщине не понравилось, как вы поступили. Ей вообще никак не понравилось то, что вы ее морально унизили, ударили, там, и так далее. Она считает, что вы агрессор, что вы, вероятно, тиран, и боится вас. Боится она в данном случае, как бы сказать, подкрепления. И в первую очередь, ответим на вопрос так. Вы готовы стать для нее тем, кто не будет ее не унижать больше, не применять физическую силу и так далее? Готовы стать тем человеком, который ей нужен? Ради нее. Для того, потому что вы любите. Если да, то тогда необходимо вам переосмыслить конфликт, который между вами произошел. Понять его причины, этого конфликта. Постараться для себя причины эти осознать, выявить. И в обязательном порядке перед женщиной начать проявлять раскаяние. То есть начать сожалеть о том, что вы сделали. Чем искреннее вы будете раскаиваться, тем быстрее она вам поверит, что это было у вас минутное временное помутнение, что вы в действительности не тот человек, а вы другой человек. Тот, который ей нужен. Но раскаиваться вам нужно не сейчас. Сейчас она, понятное дело, вам не даст с тобой поговорить. Сейчас она не готова просто вступить с вами в контакт. Почему? Слишком свежие воспоминания о том, что между вами произошло. Соответственно, для того, чтобы иметь возможность вступить с ней в контакт, нужно, чтобы прошло какое-то время, чтобы эмоции от этой ситуации, этого конфликта улеглись, чтобы она была готова с вами разговаривать хотя бы более-менее. И вот тогда вам нужно приложить все усилия для того, чтобы показать ей, что вы раскаиваетесь, что вы действительно искренне, сильно раскаиваетесь в том, что произошло. И тонкость заключается в том, что если вы сами себя не осознаете того факта, что вот совершенное вами ужасно, или, по крайней мере, не заставите женщину поверить в то, что вы считаете это ужасно, свои действия, то у вас не получится завоевать ее доверие. То есть, по сути, у вас два выхода. Либо вы приходите к тому, что вы были неправы, и начинаете планомерно свою неправоту ей показывать, на что потребуется достаточно большое количество времени. Либо вы овладеваете актерским мастерством и кажетесь
тем человеком, который раскаивается в том, что сделал. Поскольку у женщины занижена самооценка, повышенная подозрительность, тревожность, то любое ваше действие, которое выйдет в ее понимании за пределы дозволенного, ну, по сути дела, вернут вас обратно в исходную позицию. И поэтому не нужно здесь спешить. Дайте сейчас, на данный момент, ей время успокоиться. Пусть пройдет время. Неделя, может быть, две, может быть, больше, если потребуется. Чтобы она более или менее спокойно, сдержанно с вами реагировала на вас. Дальше вам необходимо помнить следующее. Во время этого периода, если вы с ней будете пересекаться, вам всем своим видом нужно показывать, что вы раскаиваетесь, что вы виноваты, смотреть на нее щенячьими глазами и прочее. Чтобы она видела, что вы тоскуете без нее, что вы переживаете, что вы мучаете, что вам плохо, что вы убиты горем, раскаянием, не знаете, куда деваться. Если есть возможность ей написать, напишите. Женщины очень любят письма. Такие, знаете, послания, где вы признаетесь ей в чувствах, говорите, какой вы, как вы были неправы и прочее. Все это вам нужно делать. Но письма, естественно, не нужно посылать каждый день. Одного-двух писем в течение вот этого периода будет достаточно. Даже если она вам не ответит, уверен, она их прочитает. Просто потому что не сможет их не прочитать. И когда у вас, когда и если у вас наладится диалог, то тогда уже начинать нужно с того, что вот вы извинитесь перед ней, безусловно, еще раз. И дальше своим поведением показывать, ну, что вы хотите ей угодить, что вы хотите быть с ней, что вы готовы на все ради нее. И начинать нужно не с того, чтобы претендовать сразу на тот уровень отношений, который у вас был до ссор, до конфликта, а начинать нужно как бы сначала. То есть сначала это общение как у хороших знакомых, потом дружба и так далее. То есть начинать вам нужно с самого начала. Если вы готовы все это делать, если вы готовы запастись терпением, упорством, внимательностью, если вы готовы пересмотреть свое отношение к тому, что вы сделали ей, или хотя бы умело дать понять, что пересмотрели к ней отношения, то у вас в запасе будет время, которое необходимо для того, чтобы любые эмоции улеглись. И знаки внимания. Знаки внимания, понятие очень универсальное, оно связано с тем, что вот даже на этапе выжидания вы можете уже прислать ей письмо, это и будет знак внимания. А когда вы показываете ей, что, допустим, вы раскаиваетесь, молча, она видит по вашему виду, да, что вам плохо, это тоже знак внимания. И так далее, и так далее, и так далее. В обязательном порядке приготовьтесь объяснять. И объяснять, скорее всего, не один раз, почему вы так поступили. То есть, почему вы ударили ее, почему там унизили и прочее. В обязательном порядке приготовьтесь объяснять. И объяснение также желательно приправить раскаянием, приправить сожалением и так далее. Женщина должна видеть, что вы в ней нуждаетесь, что вы
хотите быть с ней и готовы абсолютно на все, лишь бы быть с ней. Только так вы можете восстановить доверие и понять, осталась ли у нее любовь после того, что с вами произошло, или нет. Отмечу, что любовь, если она была истинной, она ни в коем случае не пропадет от одного такого раза. От постоянного проявления подобных поступков, да, уйдет. Но если это было первый раз, и пока единственный, то шанс вернуть ее у вас есть. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если понравился мой ответ, сделайте его лучшим. Буду благодарен.